офис Ася Пушкарева. Приготовьтесь. И вот как раз давайте девушку. Вот вы идите, да? Да, идите. Упоминаю я батю. Да. Подойдите. Вот к тому микрофону. Идите, вставайте. Я кричу в никуда, я не жду ответов. Мое горло дуло, мои мысли пули. Я бегу от себя, не кричать об этом равносильно расстрелу, немые люди. Я не знаю, как надо, не могу без боли. Моих чувств в глубину не измерить взглядом. У простреленной вечности скулы сводят, а в простреленной нежности пахнут ядом. В моих расширенных зрачках ты не увидишь смерть и боль. Ты оставляешь свою волю в моих расширенных зрачках, в моих прозрачных позвонках. Узоры кальция и соли, крылья режутся без боли, и бьются венки на висках. И на моих сухих губах горят чешуйки твоей кожи. Я поняла, что жизнь дороже, и сердце греется в руках. В моих расширенных зрачках, в моих расширенных зрачках, в моих расширенных зрачках ты оставляешь свою волю. Ты примешь меня такой, какая я есть, такая, как я не являлась тебе во снах. Ты никогда и не думал мечтать обо мне. От меня до твоих идеалов тысячи лье. Я слишком свободна от всех, чтобы чьей-нибудь быть. Я слишком свободна и далека от земли. И сердце застынет, поверь, не в одной груди, когда мимо пройду и обернусь по пути. По сути своей я змея, я отравленный мед. Сияя на солнце, я предвещаю смерть. Ты знаешь, по сути своей, идеальный вариант. До следующих края и жаждущих умереть. Спасибо. Аполлинария Батюшкина. Ну, вот там восклицают все. Восклицают. А есть кто камень хочет кинуть? Нет? Нету. Хорошо. Ася, можно вот...